птичью кормушку опять феи повадились. День добрый, офицер. У меня сегодня приступ феефобии. Дави, мразь, крыложопую. Копты в конце концов или где? Ну, граждане гангстеры, вы тут зависаете дальше. Я всего лишь дом пытаюсь продать, подумаешь? Все просто пытаются ужиться друг с другом. Все расы разные. Но это не значит, что кто-то из них лучше или хуже других. А где твоя дань толерантности? В машине сидит. Я об этом не просил, но весь мир смотрит. Я понял, я тебе не нравлюсь. Чувак, я к тебе в друзья не напрашиваюсь. Нет, тебе надо одно, чтобы ты меня прикрывал. Не заливай. Людей много что выдает. Рожа, например. А что рожа? У тебя рожа человечка, которому жена не дает. Вот только подмигивать не надо. Всем постам требуется подкрепление. Триадом 9 выдвигаемся. От режиссера отряда самоубийц. Может, подмогу подождем? Мы и есть подмога. Это что? Эй! Эй! Стоять! Это... волшебная палочка. 22 декабря. Новое супероружие, исполняющее желание. Просите, чего хотите. Стать выше, ниже. 10 миллионов долларов. Палочку не трогать. Не для тебя этот райончик. Сначала убьют тебя, потом меня. А потом начнется полная жопа. Волшебную палочку надо вернуть. Такому в академиях не учат. Это уж точно. Уилл Смит, не расслабляйся. Джилл Эдгертон, погнали. Яркость. А вдруг мы в пророчестве? Ни в каком мы не в пророчестве. Мы в угнанной Toyota Corolla. Только на Netflix.